Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Сейчас, если ехать, будешь как этот ежик в тумане. Лошадь! Да плюс монет опять на 10-м стоять. Ты до 10-го даже не доедешь, там раньше стена будет. Стоим, получается, да, пока на рейде. Ехать некуда. Едем. Лодка за лодкой. Аэро. Опасная, длинная. Опасная, это длинная.
Сейчас все закатимся. Сейчас обмелимся на камушек. Мяу. Шик. Припарковались. Ну и снова здравствуйте, вы вновь на канале «Это не диалоги рыбалки», с вами вновь я, Костян, Володя, рыбак-сибиряк. Кстати, с его ракурса рыбалку посмотрите на канале, на его, и подпишитесь, рыбак-сибиряк. Едем, едем, друзья, на новую реку, на которой мы еще ни разу не были. Ну, думаю, вот эти все автобусы выехали оттуда. Так что не знаю, повезет нам, не повезет, но рыбалку искать будем однозначно. Я думаю, они, Костян, выше будут. Может, выше. Потому что на таких аппаратах... Такие аппараты едут чисто за тайменем.
Приехали и наконец приехали. Да, тут мы будем жить. Вообще, я даже маленько разочарован. Чем? Потому что, блин, никакой сложности не увидел на шиверах. Что, блин, весной ты едешь, ты прям, блин, у тебя... Ты просто жизнью рискуешь. А? Просто жизнью рискуешь, весной едешь. Там волна, я тебе говорю, двухметровая, а сейчас ее нету. Да, ну конечно. Конечно, красиво здесь. Место живописное. Место живописное. Жив... Это вот соседство с лесом меня что-то не очень впечатляет. Это самое ровное место, где можно жить. Вот тут, друзья, мы будем жить. Палатки Алтай. Два. Уп. Тяжелая, поэтому пришлось нам отцепить второй слой. Как-то будем кантоваться так. Жить будем без печки. Просто. Что у нас есть? Пара самонадувающихся ковриков и пара спальников. И панорамный вид. И охеренная панорама. Прям, да? Угу. С утра встал умыться, и, блин, такой кайф тут. Не, ну спать прикольно, если говорю, не думаешь, что рядом медведи. Медведи где-то рядом, да. О, тут, кстати, вон огромный глухарь ходил. Вон след. И соболь бегал. И людей много ходило. Поедем отсюда на поиски рыбалки. Все оставляем и вперед. Ладно, порыбачим, там видно будет, посмотрим. Если что, переедем. Смотря где рыбалку найдем. Было пару поклевочек. Но не взял. Я думаю, тут уже хариус достаточно весь пообколотый. Столько народу сюда ездит. Он два раза поклевал и не стал брать. Опа! Хороший удар. О, Володя прет. Садок кто-то большой выложил под рыбу, видимо, на толпу. Бензина у нас немного, так что далеко нам подняться не получится. Насколько поднимемся? Медведица с медвежонком. Да, спать тут вообще опасно. Они от нас, от палатки, считай, 2 километра всего. Я не успел засесть.
Я еще когда да, я тоже ручье, там далеко. Когда мы на ручье рыбачили, вот там, я думаю, что такое черное шарится? Ну, а это медведь был. Ужас. Маленький зеленый. Что, на этих ручьях будем останавливаться? Да, они прям рядышком с нами. Да. Рыбалка пока не радует. Медведи есть, рыбы нет. Да, вот это уже ничего. Что такое? Да? Все далеко от берега взял. Далеко от берега взял. Да? Контакт контактный. Контактный контакт. Да елки-палки. Есть. Почти. Доехали до первого порожка. Маленько на него забрались. Непонятно, где рыбачить, где рыба. На той реке было все понятно, а здесь непонятно. Там нормальное течение дует. Здесь с краешку ступеньку пробрались. Если там лезть, там, блин, вообще прям опасновато. Сейчас. Сейчас. О, поклевка там была.
Короче, блин, ушел, садок не взял. А вот на этой реке народу много потонуло. И медведей здесь много на этой речке. В этом году, говорит, вообще бум. Бум медвежий на этой реке. Сходим, садочек возьмем. Да ё-моё, оса еще какая-то прикопалась. Иди отсюда. Тут по этой реке до хорошей рыбалки очень далеко ехать надо. Просто по горючке просто не вывозим. Сейчас посоветуемся. Будем смотреть, ехать дальше, не ехать. Что-то, блин, не знаю, прям скучно мне здесь. Рыбалка скучная. Погода отличная. Почти. А рыбалка скучная. Ага. Дождик пошел. Съедает мошка. Это для нее кусок мяса. Она тебя и ест. Да ё-моё. Еще одного там поймал, все.